настоящие ракушки. Она стерильная, ее просто да. Спиртом обработана. Давай. Привет, мои хорошие. Всех с Рождеством, всех с наступающим Новым годом. В общем, у меня только одно желание для вас. Пожрите. Мы так заслужили это в этом тяжелом, безумном году. А мы сейчас находимся в отеле Radisson Blue Corniche, Абу-Даби, 5 звезд. Пойдем на рождественский ужин и покажем вам, чем кормят в шикарном отеле 5 звезд на рождественский ужин. С вами канал Училка физкультуры. Подписываемся, ставим лайк и начинаем. Вот и рождественский ужин впечатляет. Ого! Мидии, креветочки. Это мы удачно зашли сегодня на ужин, а не на обед. Осьминожки. О, семга. Вчера хотела семги. Фантастика. Рыбка. Мидии. Салатики. И салатики, которые кладутся в бокальчик. Даже фруктишки, вон фига есть, с ума сойти. Вот это ужин сегодня в ресторане, просто круто. Арабские листики есть, шикарная еда. Окей, гарниры. Ох ты! Просто фантастика. Мясо сколько, вот это да! Это самое лучшее, что может случиться на Рождество. Орешки, сырочек. Класс. Варианты супов. Крутончики всякие. Но здесь такие блюда закрытые уже. Это сифуд, лобстер и сифуд написано. Значит, там его нужно вылавливать, я его пока не вижу. Пишут грудки утки. Вот так вот. Не куриные грудки, а грудки утки. Это в масле сальмон, лосось. Да, что у нас? Это с грибами, сыр с грибами. И ягненок. Он вообще фантастика, фантастика просто. Это какой-то подарочный, праздничный ужин. Даже не ожидали. Чикен бириани, рис с курицей. Это остренькая добавочка. Это курочка. Ягненок. А вот это вот шикардосно. Курочка. Так, что-то не наводится камера же с перепуга. Это у нас австралийский биф. Австралийский бифчик. Ну, это курочка. Прекрасно. Это не курочка, это индейка. Я перепутала. Как раз попросила первый кусочек. О! We'll take. Thank you. Some cranberry sauce? No, no. Ура! Берем устричку. Одну будешь брать? Да, одну. А давай мне одну. Two, please. Так, теперь лимон. Лимон. Лайм. Не-не-не, лайма. А. Что еще берем? А фами лимон. Ага. Лемон, окей. Лаймон и лемон взяли. А, sorry. А what is it? Sauce. А which one? Место, да, здесь. Сейчас нам какой-то соус обещали принести. Не, узнают, что это за соус. Из томейка? И соус консервона. Very spicy. Yeah, it's spicy. Please for me, for one spicy. For me, no.
Okay. Oh no 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 no. More? No 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 no. Enough, enough. Thank you. Please one. Он сделал это. One plain. One plain, no need any kind of sauce. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Так. Говори. Идем пробовать. Все, ребята, взяли. Устрицы. Такие вот красивые, такие раковины такие, да я покажу просто. Раковины, как будто рапанчики в море. Заберем с собой бусики, да. Сделаем. Сделаем бусики. Вот сейчас я лично впервые их попробую, но вообще я морепродукты, я не очень люблю. Креветки могу есть, лосось могу. К сожалению, ем не часто, к сожалению. Нет, креветки еще можем позволить себе купить. И очень хорошая цель, а лосось, конечно, нет. В общем, снимаем масочку, сейчас идем пробовать. Недавно в нашем видео жаловался, что приборов нет. Приборы есть. Сейчас впервые в жизни буду пробовать такую штуку. Я морепродукты не очень просто. Да просто взять ее, честно, я бы выковыряла, но дальше надо ее выпить. Надо выпить ее? Да, и попытаться проглотить. Фу. Не, народ, это не шутка, правда. Я много путешествую, но я не ела, потому что я не люблю этого. Здесь в отеле вот предлагают и бесплатно, и хочется попробовать. Ух, они такие твердые, я думала, они мягкие. Да. Настоящая ракушка. Она стерильная, ее просто. Да. Спиртом обработана. Давай, ее есть не надо. А как она ко мне в рот вылезет? Может, вилка? Ну попробуй. Ну сошкреби ее, попробуй. Сейчас меня все захейтят. А, зачем это? Болит, да? Да, да, да. Она живая, нет? Да, я не очень классно была. Так, теперь как? Давай. Ух ты. Глотай. Глотай. Ну как? Ну, я не почувствовала, что проглотила. Я не знаю, какой вкус. А... Еще пойти взять? Нет, не надо. А вот ракушка такая очень красивая, твердая. Кусочки ракушки у меня во рту сейчас. Как оно, богатая жизнь. Не знаю, проглотила, я не поняла. Все, так я же предлагаю, давай. Я просто проглотила, я не знаю, как она выглядит. Все, сейчас коллагеном наполнишься. С середины будешь светиться. Да, что, идем еще? Лайк, просто нет, я не буду, я не хочу, правда. Ну, на здоровье. А вот и сладости. А я уж думала, сладости нет. Ого! Это такие кексики, пирожные праздничные. Merry Christmas, конечно. Кексики. Снова кексики. Это просто фантастика. Вот такой вот какой-то торт напоминает нашу пьяную вишню. Ух ты! Прям из кукисов таких, из печенюшек дерева. А вот что-то, какой-то десертик в чашечках. Понял. А елочки тоже десертные? Да. И елочки десертные. Вот это да. Какие-то марципанчики, что ли. Но вон та елочка золотая, точно вряд ли она десертная. Красота. Дед Мороз. Всякие печенюшки. Вы думаете, я буду есть? Я так наелась устриц и креветок сейчас. И лосося, что нет, наверное, есть не буду. Это этот. Махалабия, думаешь? Махалабия, либо это... Релекса. Очень вкусные кремовые десертики здесь. Мы как-то здесь пробовали. Очень классные, очень. Знаете, у меня на зубах до сих пор устрица скрипит. В баночках десертик. Какое все вкусное. Ну, также есть фруктишки, ананасик, арбузик и снова такая елочка с бисквитов и кексиков. Да, ну сейчас Наташа, короче, вес наберет сегодня. Вот уже. Обязательно за вами идет человек, который вам кладет. Ничего самому брать нельзя. Чизкейк. Это ковиды. Давай чизкейк возьмем один от них. Yes. Да мы не встанем потом, но мы креветок наелись. Ну ты что, шутишь? А тортик какой? Да ничего не бери, ну все, хватит. Ну. Вот, пошла я Наташу спасать, подожди, иначе сейчас... Это мы... такой же торт, как продавался в Emirates Palace. Из такого же точно. Надо там тоже золото есть? Не, да, ну, вот, да, где, 23 карата? Мы малинку попросим. Is it gold? 23 карат?
Не, пацан смеется. Не. Little piece and one. Strawberry? Yes. Наташ, ты уже набрала. Мы это for двоих, для двоих. Смотри. Не верьте, Наташа еду не никогда делит. Никогда мне не верьте. Вот такая красота. И вам я всего желаю. Из хорошего было круто. Из плохого мы объелись. Так бывает только раз в году. Желаю вам того же. Подписываемся.